что ж, наверное, пришло уже время прощаться. Я очень юный, если честно, не знаю зачем. Меня бросят на шконке валяться за то, что шлюха мне на вписке упала на член. Я правда не хотел, но шкура нажралась и стала ко мне лезть, добавила в кровать. Я четко спрашивал согласия, хочет ли потрахулик, но она заткнула рот моим собственным хуем. Скажи им всем правду, зачем так в суде оклеветала. Если б не глубокий петинг, у меня и не вставал бы. Поздно умереть перед сексом. Просим изменное согласие, чтоб вместе гонять хомяка. Иначе парни будут отъезжать 1-8, пока в стране царит матриархат. Ты засадишь ей в очко, а она тебя в СИЗО. Ты засадишь ей в очко, а она тебя в СИЗО. Ты засадишь ей в очко, а она тебя в СИЗО. Ты засадишь ей в очко, а она тебя в СИЗО. Ты засадишь ей в очко, а она тебя в СИЗО. Ты засадишь ей в очко, а она тебя в СИЗО. Ты засадишь ей в очко, а она тебя в СИЗО. Ты засадишь ей в очко, а она тебя в СИЗО. Что ж, наверное, пришло уже время прощаться. Я очень юный, если честно, не знаю зачем. Меня бросят на шконке валяться. Ты засадишь ей в очко, в очко.